Коломник. Монастырская чайная. Типа чаёчки открывают. Огромные. Саид, давай быстрее. Аллах велик. Это, походу, 18 век. Прям когда он сзади шел, я такая лохня. Надо сказать ассаляму алейкум. Ты это выложишь куда-нибудь? Да, будет это такое. Нас все штрафуют за это. Ничего не будет. Ну, бывает же такое, типа, веру, как я осквернил тебя. Штрафуют. Да слушай, это люди писания, понимаешь? Это в Коране написано то, что иудеи и христиане, люди писания, только отошли, как бы, ну, как тебе объяснить? Не захотели верить. Нет, они не захотели в единого Бога верить, понимаешь? То есть заблудшие, но их принимают, сунниты, а шииты нет. Ну, у мусульман тоже там сунниты, шииты. У суннитов намаз 5 намазов в день, у шиитов 3. Шиповник? Да, на церкви нельзя, типа, ядовитые ягоды. Это не шиповник? Фигня какая-то? Ну, непонятная. На церкви нельзя, типа,